Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал Катарина Влоги «Обычная жизнь в Германии». Ребят, мы едем в ресторан, точнее мы уже приехали. Вот такой ресторан с Макпомаше ручкой. У моего сына день рождения, и он решил, чтобы мама не готовила дома, он отведет нас в ресторан. Утречком на завтрак я сделала своему сыночку вот такие чебуреки. Я у него спросила, тортик или чебуреки. Он говорит, чебуреки. Поэтому я решила утром рано сделать ему вот такой сюрприз. И сделала ему такой завтрак и поздравила его. С днем рождения тебя! Вот такой здесь вход, вот так здесь красиво. Нам разрешили заснять вкусняшки. Здесь вот холодные блюда для салатов. Можно выбрать и соусы. Теперь у нас тут вот лепешечки их кукурузные и всякие мяско. Это как гуляши с разного мяса. Птица, говядина и свинина. Здесь у нас спагетти, грибочки, в общем, как гарнитур. С этой стороны у нас только напитки. Мы, кстати, взяли полностью, чтобы было меню на 23 евро с человека. Здесь у нас все, что во фритюре. Это вот рыбка, картошечка, три соуса. Ореховый сладкий, кисло-сладкий и острый соус там. Здесь у нас мясо во фритюре, вот это уточка у меня, все любят, так, рыбка опять. Конечно, картофель фри, еще один картошка во фритюре, тоже опять рыбка. Это, так, это что-то, морепродукты какие-то. Вот здесь можно прочитать, обжаренный ананас обжаренный, так. Следующее у нас это всякие сладости, фрукты, арбуз, дыня, ананас, смешанные фрукты, в общем, персики. Ой, забыла, как эта ягодка называется. Так, и соус такой сладкий, ванильный. Теперь туда разные пироги с творогом, с яблоком, простые пироги и суши разные с рыбой. Тут и соусы к ним, и здесь морепродукты и мясо, это в свежем виде. Их можно все набирать и потом относить на гриль, и нам их грилят. Видите, тут мясо разное, и рыба разная, в общем, кому что нравится, креветки. Также можно взять, положить в тарелочку, чтобы нам погрилили грибочки или всякую зелень. Лук, нудели всякие, овощи, не нудели, а вермишель, короче. Естественно, разные соусы, это труфеля, это книга, что-то другое. Грибочки порезанные, разные. Можно набирать в тарелочку, вот тут он на этой грильнице все грилит сразу. Посмотрите, какие тут есть рыбки свежие. Но это декоративные. Их кушать, конечно, не надо. Они такие крупные, такие у них морды, рот, пасть. То есть такая, как откроет, мало не покажется. Ну, декорация такая красивая. У меня внучки любят бегать смотреть рыбок. Мы сейчас вот их пока ждем. Я поснимаю немножечко. Такие рыбки. Красиво, конечно. Такие здоровенные рыбёхи. Здесь еще черная. Ее на камере не очень видно. Это вот с другой стороны. Я стою, кстати, на мостике. И вот через мостик проходишь. Так красиво. Такая водичка. Рыбка, видишь? Фонтанчик. Вот рыбка делает. Вот эта большая рыбка. Пойдем дальше. Ну пойдем посмотрим там. Угу. Вышла с внучками на улицу прогуляться немножко. Пойдем искать место. Смотри, какой фонтанчик красивый, да, внучка? Угу.
Водичка течет здорово. Сейчас, подожди, Софья, сейчас мое солнышко, бабушка заснимет эту красоту. Посмотри, как красиво. Бабушка снимет и придет к тебе. Какая тут яблонька растет, сколько яблочек на ней. Усыпанная вся. Столько яблочек будет. Какая лодочка тут хорошая. Ну вот сейчас с внучками поплывем. Малик тоже хочет. Залазь, внученька. Вот умница, молодец. Ну и куда мы с вами поплывем? Аккуратненько, Мари. Вот, да, держись аккуратно. Вот так здорово мы сегодня проводим время. Играю с внучками, сидим в ресторане. Дорогие друзья, кому нравятся наши влоги, не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на наш канал. Посмотрите, какой большой ресторан там, где мы отдыхаем. А вот эта крыша, кстати, сверху накрыта кукурузой. Дорогие мои, благодарю вас всех, кто сегодня был вместе с нами, досмотрел наше видео до конца. Пишите нам ваши комментарии. Всем пока. Вас всех очень любим. И до новых встреч.